Дуня, слон прошелся. Такие вот у нас. С диском, когда хочется, этот кожух не дает. Так, кожух сними. Здесь еще пока непонятно, какой директор ходит. Отпустить тебя, да? Так ты мешаться будешь. Может, отпустить, пусть побегают. Я за ними посмотрю, Олег. Отпущу я Дуньку с Ведой. С Вестой. Пусть бегают. Побегают. Ну, Дуньку с Ведой. Она уже поняла. Все, у нас дела идут. У нас тут немножко притормозило. Туча такая прошла, полила, помочила. Ну, мы пока пообедали, как раз получилось. В обед у нас все помочило нас. Неудобно. Олег, надо поменять вот этот вот. Полчаса откручивать приходится. Иди гуляй. Заяц. Зайца не видали? Надо покуси собрать. В общем, с работы у меня ничего не получилось. Очень далеко ехать. Мать моя женщина. Мои цветы. Ой, мать. Нет. Все, капут. Все моим цветам капут. Паразитки такие, а. Где хозяйка ходит, там им надо. Там стекла все убрал, Олег. Еще ударит. Нет, Весту я не буду. Веста вообще беспредельщица. Где хочу, там и хожу. Роза моя. Ой, моя Роза. Бернштейн. Ну ладно, что теперь. Вот первая ямка есть под фундамент. Сейчас будем убирать и намечать. Вот так вот пойдет. Вот так, так. В общем, все мы распланировали. Новый дом. Уже под на бумаге подстроили. Все, пошли отдыхать. Что у нас будет внутри и как будет, это пока секрет. Так что, в общем, вход, просто я хочу сказать, вот у нас первый, где ручка от этого там лежит, угол дома будет. Здесь вот, где я стою, это вход будет. В общем, у нас первый этаж будет сплошной. Куда? Они тут на доски, на гвозди не прыгнут. Сплошная будет. Брудерная будет отдельно. И сплошная зала. Без всяких коридоров. На второй этаж лестница будет вот с этой стороны. Сразу входим налево. И вот так поворотная лестница. Угловая поворотная лестница на второй этаж. На втором этаже спальня будет. Спальня, спортивные снаряды и душевая. Душевая. И санузел. На первом этаже только туалет брудерный будет. В общем, первый кол забили, да? Угла. Сейчас все уберем и будем делать этот, намечать. У нас дело встало. Хомку потеряли. 3 часа ходим еще. Нашел? Что, не нашел? Тебе на память снимаю, как мы строим дом.
Как мы Хомку потеряли. Как она, Хомку потеряли? Дуня, ведай! Ну зайди ты в сарайку-то туда, посмотри, а! Ну как так потерять ее, а? Посмотри, в досках, может, на доски положила, она провалилась в доски. Нормально. Полчаса ходим. Вот тебе на память заснять. Как ты ходишь и ищешь Хомку. Или как оно, Фомку. Нормально. Что, там что ли была? Блин, слушай, ты, по-моему, специально это делаешь. Опять капкают. В общем, этой сарайке нашей лет 10. Отслужила она свое. Набегались. Ты отключил электричество? Нет. У-у-у. А ты все инструменты оттуда убрал или еще нет? Ничего не убирал. В общем. Ну что, значит, грушу спиливать не будем пока, да? Пусть стоит. Ну, в смысле, ствол кошкам лазить. Угу. Ты мне цветы аккуратно. А это, а ты же отцепил просто, да? Ну все, пошла я таскать траву скошенную. Собачки побегали, погуляли. Яблонька это у нас. Летняя, конфетная. Походу нам скоро, когда эта я груша отцветет уже, в смысле старая будет, но ее как раз у нас эта яблоня начнет уже давать, и эта груша у нас тоже уберется. Здесь у меня уголок розы будут сплошные, эти цветы у меня уйдут в другое место. Здесь вот цветы будут. Пока что так и некогда пруд копать. Здесь сплошные розы будут. Около дома. Хотела мужу сказать, чтобы нанять кого-то делать. Он не хочет. Я, говорит, все сделаю сам. Потихоньку, но все сделаю сам. Ну, понятно, что какие-то вещи придется нанимать, делать. Все равно. Тузик на границе сидит. Хватит, вы уже побегали. А то там доски валятся. Ломать не строить, да? Тучи, тучи, тучи идут. Ничего себе тучки. Слушай, они какие-то даже это... Град вроде... Строили, видите, не из досок, а из этих брёвен. Вот так вот. Там под пленкой это не мусор, это мои эти для посадки горшочки всякие. Дверь снимать надо. Пошла я растапливать костер, сжигать.
все, мусор. Гори, гори, ясно. Я не знаю, это все ваше. У меня, я не шью проводами. Значит, выкидывай. Все, говно все сжигаем. Все чужое все сжигаем. Тряпки сжигать. Что ты бросил тряпки-то? Да выкидывай ты это все, купите. Тебе она нужна? Сейчас уже не... Это чья? Выкидывай все это. Что там есть? Выкидывай, я говорю. А куда его выкинуть? Костер. Ну смысл соленый, потом это железо выгребать, что ли? Выкидывай в костер. Все в костер. Ну, пусть горит. Вот так вот мы делаем. Вот так вот мы делаем. Опять дождь. Тучка маленькая. Не снег идет? Какое безобразие у нас. Вот я нашел проект дома, как правильно. Слушай, смотри. Третий раз уже дождь начинается, да? Костер там весь, наверное, потух наш, да? Затушила наш костер. Только разожгли, так хорошо разгорелся, да? Ну ладно. На сегодня все закончили. В общем, время 7 часов вечера. Мы заканчиваем. У нас самолеты летят. У нас здесь рядом аэропорт. Дождик нас выгнал. В общем, что мы сделали? Завтра вообще целый день дождь обещает, ну не знаю. Может, мы что-нибудь еще и поделаем. Еще горит, что ли, костер? Не потух? Сухую сунул, да? Кузьмич. Это у нас не Кузя, это не мальчик, это, кажется, у нас девочка. Вы представляете, мамка с бабкой где-то гуляют. Спихнули на меня этого чуда. Ой, траву так и не собрала. Еще раз хотела показать. Смотрите, какой пустырник. Натурально мимоза. И очень-очень вкусно пахнет. Это я принесла из поля, посадила. Вот. Такие дела. Ну, такой вот. Что, будешь разбирать еще? Сейчас, муж, немножечко его дождем затухло, потушило. О, как? Фомку. Так, ну ты же по крыше ползал. Опять, значит, все, хватит, заканчивать дела надо. Заканчивать надо дела. Короче, наверху-то нету на крыше. А это откуда ты, вот это вот, это что, крыша была? Так это уже тут гнилые доски, их сжигать все надо.
Хотя, может, они на этот, как, на опалубку пойдут где-нибудь, да, что-нибудь, да? Нашел, нет? На кроликах нету. Может... Олег, я снимаю видео. На крыше, может, где? Домовой, домовой, скажи, поиграл я, дай. Трава сырющая. Ноги сырые стали. Кузя. Ой. Страшно ходить-то, говорю. Тут все на гвоздях раньше делали. О, как мы за лягушкой бегаем. Вон, как мы бегаем за лягушкой. Нашел? О, как разгорелся хорошо огонь. Красота. Красота. Да сжигай их все, Олег. Они все гнилые уже. Сжигать их. Вот эти-то. Сейчас, который снимал. Что из них сделаешь? Из них ничего не сделаешь. А это чего? От Мерседеса? Или это что, насос просто? Это что такое? Вот это. Ну так надо убрать, что он тут лежит-то. Он рабочий? Ну, тут ремонтировать-то можно, наверное. Что-то вот так это... Не можно. Почему не можно? Это что тут делает моя? Не знаю, что он тут делает. Лежит чего? Ну а где она? Где зарядка-то? Ты меня спрашиваешь. Это вообще не твоя. А чья это? У тебя без батареек. И у них все вот эти вот зарядные, вот она. Сломано, что ли, разорвано? Вот это. Нет, а вот это-то. Вот это-то что, где? Провод надо. Он так убирает. Я говорю, пилу сломанную, выкидывай. Не надо тут мне накладывать. Все выкидывать, все сломанное. Вот что нужно хорошее, оно лежит под дождем у тебя. А что не нужно, вот всякое барахло, сломанная пила, нафига она нужна-то? Выкидывай ее. Да не надо ее выкидывать, что-то все выкидывай да выкидывай. Выкидывай, а зачем она тебе нужна? Зачем тебе она нужна? Что тебе от нее вот, надо? Вот это вот, вот у нас там пила не пилит, вот за этой хуйни. Что ты матом ругаешься? А уже не пилит. Ну пилить-то она пилит, только че это, проскальзывает теперь. Нормально. Че нормально? Новая пила уже не пилит. Вот она моя штука. Уже тут опять накидали, на кое-как набросали. Ресурсы что-то. Вот зачем тебе вот эту купили? Вот ложи был комку в нее. Комку. Вот он мой пистолет. Искала, искала. Мужчинам вообще ничего давать нельзя. Это что за это? Это от насоса, который на колес качает. Вон этот скос. Олег, вот это лежит у тебя тоже. Вот это вообще надо тоже куда-нибудь туда. Потому что Ленуль сейчас только начал все это... Вот это вот снял. Убери камеру. Ты че орешь? Вот убирай тогда. Убирай. Я это перекладывала 3 раза уже с места на место. Ложи здесь туда. Здесь крыша закрыта была. Вот ты сюда вот перекладывала. Ты вот эту поставь аккуратно. И вот эту штуку на нее положи. И все. И у тебя будет все чики-пуки. Какую штуку положи? Вот эту вот ящик. Вот этот с инструментами. Я же тут все разбирала вам. Ну ты разобрала, а теперь... Здесь все под крышей стоит. А сейчас крышу снимаем. Ну так надо сначала, что я тебе говорила. Так сначала надо убрать, а потом все разбирать. А не наоборот. Мне же не поднять этот ящик. Я сложила вам разобрать, что вам надо, что вам не надо. Я могу все выкинуть вообще. У меня не проблема. А этот что не унес туда? Вот этот вот. Как он? Точильный станок-то. Пяу, пяу. Он рабочий? Рабочий. Ну вот, поругались уже. Видите, как мы ругаемся. Хоть пленка целлофаном, что ли, накрыть тогда просто.
Вот эту положи сверху, вот эту штуку-то. Там, вот эту штуку сверху на нее положи. На инструменты. Что из этого ящика? Ну, вот из этого. Приходится оставлять половину. Из какого ящика? Из электрического. А-а-а. Так бы нахрен все сразу. Да хорош. Вот это тоже надо содрать и в костер ее. Давай. Блин, вот эту штуку. Ну тут с проводов-то снять ее. С перекопа. Ну вот, друзья, мы уже поругались. Видите? А, сейчас крыша, сейчас приклопнет нас тут. Хлоп. Ну зачем ее железяку, зачем я ее вообще не понимаю. Она тебе нужна? Железяка эта, а? Я сказала, мне чужого ничего не надо. Чужое все в костер. Пособираю, да по всяким этим родственникам. Ну все, друзья, на этом закончим. Завтра утром заснимем, что у нас. До чего мы дойдем. Обиделся, ушел. Ты куда? Хомку ищешь, что ли? Так вот она лежит на столе. Олег. Она на столе лежит. На улице стол-то который. Все. Пока-пока. На этом закончили. Все. Всего хорошего. Так вот у нас фонарики. Светится. Дина, а где дочурка твоя, Алиса? Хотела показать. Сжигаем розочки мои. После дождя. Ну чё, давай еще, а? Сейчас кто со спутника смотрит. Ну и что пусть смотрит? Ну мы... Давай. Сейчас моментом могут приехать. Мы приезжают. У нас как-то было в гаражах, когда председателем была. У нас там соседи на соседнем гаражном участке жгли костер, и у нас пожарники приехали. Говорят, мы, говорит, что все через спутник нам передали. Сейчас такой костер интересный был, разноцветный. Мы решили грушу сжечь, некогда заниматься.